Всем привет! Хочу записать маленький видеоролик, стрим о стриме. Как сегодня мне пришлось помучиться с камерами, со звуком. В итоге звук получился, как будто инопланетяне в трубу кричат. Сейчас я вам включу послушать. Вот такой вот звук получился. Но, тем не менее, люди, конечно, заходили, и даже один подписчик новый появился. Я хочу вкратце показать, что я делаю. Вот такие вот декоративные бутылки. Я думаю, завтра, послезавтра я их уже закончу. Вот, я придумываю какие-то цвета, просто делаю мазки, картинку какую-то. Что-то там сверху лепим. Вот, все, что в голову придет. Вот такую коробочку. Она была совсем некрасивая. Я сделала такой принт и буду сверху красить штукатуркой. Вот такая Венеция. Здесь я добавила золото, оно высыхает. Она получится как кракелюр. Вот такие баночки для специй с кошечками. Вот, это где-то середина работы. Работы еще много, но вот это мне особенно понравилось. Я думаю, ей придумать такие объемные розочки на шляпку. И вот эти вот полосочки какие-то объемные придумать. Это кошка с бантиком. Можно ей настоящий бантик придумать, если я найду, конечно, ленточку какую-то. Вот так вот проходит мой стрим. Приходится вот так вот, представляете, как хочется вам все показывать, общаться с вами, делиться опытом. Вот там вон камера стоит. Вот так ее приходится ломать, чтобы как-то она доставала, добиться вот такой вот картинки. В следующий раз я попробую ее сделать немножко ближе, чтобы она показывала зум. Я не буду показывать весь столик уже. Мы будем делать зум, потому что я увидела, что вот я пытаюсь перед камерой показывать, как мазочки делаю на бутылках, но этого ничего не видно. И вот так вот такая лампочка у меня. Немножко она подсвечивает. И вот я опять достала все волшебные коробочки. Не успели мы только убрать и закончить кошек, как начали новых. Всякие фиглюшки, миглюшки, мои кисточки. Вот наши кошки. Вот так вот проходит стрим. Я стараюсь хотя бы по часу с вами общаться. Спасибо, кто составляет компанию, дарит мне свое время. И я стараюсь вам дарить положительные эмоции. Всем спасибо и пока-пока.